Коммунара Совета под красное знамя мы красного полка пятой войски мы нет. Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы с товарищами Рабочей партии России вышли к Балтийскому заводу, проходной завода на косой линии, чтобы раздать свежий выпуск газеты «Рабочее дело». Ну, погода, сами видите, серенькая такая, мокрая. Народ идет съежившийся, еще сонный такой. Вот. Но, тем не менее, народ берет газеты. Вот надо выходить товарищам тоже и работать с рабочим классом, раздавать газеты, агитировать. Иначе как рабочие узнают о наших идеях? Времени у них нету. Так хоть в обед вот возьмут газетку, сядут там, домино поиграют, да и заодно газету посмотрят и почитают, и идеи наши. Вот капля по капле, глядишь, и что-нибудь дойдет. Вот это дело раздачи газет у проходных заводов является необходимым и обязательным для каждого члена партии. Вот, регулярно мы выходим к заводам и раздаем газеты «За рабочее дело», «Народная правда». Вот и большевики раздавали газеты. Газета «Искра» такая всем известная газета была. Очень пользовалась популярностью. Ну и мы не отстаем, тоже раздаем газеты. Весь мир поднимает.